Более 200 светящихся, как новогодние гирлянды, четвероногих питомцев со своими хозяевами разогнали тьму улиц портового города. Цель не просто развлекательная – себя показать и на других посмотреть, но и гуманитарная. Мероприятие организовано совместно с приютом для брошенных домашних питомцев. И светящаяся колонна – это еще один способ обратить внимание людей на то, что животное не игрушка, а член семьи, которое нельзя просто взять домой, а потом выгнать на улицу. А вот так выглядел парад глазами самих участников. Это видео заснято одной из участниц парада, Лайкой Смилгой. Наше светящееся мероприятие первое не только в Литве, но и, скорее всего, во всей Европе. И парад наш рекордный. Самое большое количество прошедших парадом собак на сегодняшний день в нашей стране – 202. Столько прошло в Каунасе. Уже сейчас понятно, что новый рекорд достигнут. Узнали совершенно случайно о мероприятии и о параде собак. Сразу решили, что наш ОСИС просто обязан принять в нем участие. Нам очень понравилось. Парад светящихся собак впервые стал частью крупного мероприятия фестиваля света. Три дня площади, скверы, улицы и здания портового города буквально утопали в световых инсталляциях. Людям предлагалось не только покрасоваться на световую феерию, но и посетить ночные экскурсии, а также самим стать частью праздника и принести на фестиваль частицу своего света. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.